Йогай, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Crypt Custodian. Custodian. Так, мы закончили на том, что победили астральных монстров, которые, в принципе, с одним можно было сражаться, только на другого даже не переключаться. Короче, изи противник был. А что мы с вами делаем? Нам нужно попасть сюда, значит, тэпаемся сюда. И, как было сказано, через подвал можно было попасть. Теперь у нас с вами еще клон есть. Ясно, понятно. Скоро себе уже сможем этот купить. За 5к. А что там было хотя бы за 5к? Что-то вроде ненужное, да? Но это купить все равно нужно, чтобы пройти игру на 100%. Купить все амулетики. А, ну, астральное тело прыгать не может, все. Это то, что я хотел узнать. И... Погреб. Мы попали в погреб. Ой, извини, я услышал, как кто-то приближается и подумал, вдруг это гигантский буражук. Я везде прячусь в этих кустах и жду, когда он появится. Ага. Извини, я всего лишь кот. Так, ты ищешь большого буражука или типа того? Да гигантские буражуки. Что ж, это просто самое большое насекомое из когда-либо существующих. Они вымерли миллион лет назад, во всяком случае на Земле. Но их призраки обитают здесь вечно. Просто я пока ни одного не встретила. Но... здешняя среда идеальна для наблюдения за жуками, и я надеюсь скоро одного из них увидеть. Кстати, меня зовут Крутон. Дай знать, если встретишь гигантского жука. Окей, Крутона. Дам знать. Так, сохранить.
Можно сразу сходить в место, где я еще не был. Но там тоже есть это призрачное поле. Где-то еще было. Только где? Кроме того места. Кроме этого было еще какое-то место. Кроме вот этого. А где-то здесь было еще. Не, ладно, потом разберемся. Вверх почему не пройду? Чтобы прийти к боссу, а то даже не босс, нужно три жука-скоробейщика. Так, ну пока сюда пойдем. Тут вон еще есть проход, вот он. Это быстрее уже какая-то развилка будет. О, гляди-ка! Порхающий жук-вонючка. Он похож... Похоже, спит. Давай их... Хватай его! Поищем других жуков. И... Тихо, блядь! Лучше так сделать, глянуть все-таки, что я там еще упустил. Если я не упустил, то хорошо. Ага. Так, подожди, там уже еще блок. Или нет? Пойти сюда? Давай сразу сюда, ладно. Оточка. С
сейвик. Сейвчик. Чтобы быстрее атаковать врагов. Ай. Отличненько. Можно уже будет сейчас вернуться в город. Вот это да! Поверить не могу, это гигантский бережок. Ха, я думал, он будет побольше. Просто это еще малыш. Вперед, хватай его! Поищем еще, если есть детеныш рядом, может быть и мама. Окей. Не знаю, мне что-то кажется, что это юзлесс на самом деле. Юзлесс тема. Ай. Давай вверх. О, смотри, слизняк-ленивец. Это самое медленное существо на свете. Сейчас он движется с максимальной скоростью. Хватай его, пока он не усполз. Странно, что они в натуре АФК стоят. Поищем других жуков. Так, я нашел всех троих. Ай. Ай. Что-то полезное. Всплеск энергии. Повышает урон от особых атак на 30%. Неплохо.
Не, на самом деле здесь довольно много полезностей. Если на это все глянуть. Давай, наверное, с тобой сейчас телепортнемся. Сюдым. Подадим других кошаков. А у меня нету никого. Телепорт. Блин, ну тратить 5600. 5100. Падение больше не наносит урон, но, блин. Либо купить в натуре этих вместимости. Пусть будет так. Я не знаю, сколько их в игре в общей сложности. Но я лучше на такое потрачу. Чтобы в натуре у меня было намного больше экипиров на вещах. Допустим, снижение смог поставить сейчас. Урон. Ну, в принципе, все. Тогда это можно убрать. 1% даю только. Но это фармить все равно придется потом. Но я могу потом без записи пофармить. Это все дело долго нужно. Гигантский бережук. Беги! Кира. А чё он такой шустрый? Как я понимаю, он не ваншотит, но урон наносит хороший. Thank you.
Пока просто текаем. Ну да, здесь погибнуть можно. А, все? Ага, ты нашел. Бережет даже больше, чем я представлял. Как здорово встретить такого же любителя насекомых. Может, когда-нибудь совершим еще одну экспедицию? Да, вообще-то, если у меня одна идея. Я собрал команду призраков, и вместе мы хотим проникнуть во дворец и украсть кристальное зеркало. Не уверен, есть ли там насекомые, но мало ли. Идем с нами. Ух ты! Если дворец такой яркий и красивый, как говорят, это отличное место для поиска светящихся мотыльков-ангелов. Я с вами. Все, мы типа... Это босс был? Побегушки от босса. Ну да, походу это был босс. О, дух теперь может прыгать. Бим, бим. Плохо. Так, и что мне это дало? Что мне это вообще дало в итоге? У нас же все позакрыто. Что-то я не вырубаюсь. Я, малёха, не врубаюсь. Дух? Вот сюда же я хотел пойти, точняк. Ладненько, но это уже будет другой тогда момент. Давайте, наверное, все-таки остановлю запись. Ну, как я остановлю, закончу. Жук-босс был. В следующей серии нафармлю ПДУш. Сколько смогу. Может, ну, где-то, может, десятку нафармлю. Там будем смотреть дальше что-то как. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.